Так, я уже тут запутался, потому что у меня сегодня, получается, только я провожу 5 проработок. И вот у меня какое-то время назад, да, была проработка девушка Татьяна из Киева, которая постучалась ко мне с запросом проработать ей неуверенность, сомнения. Она хочет выйти на доход для многих людей. Невероятный, 10 тысяч долларов в месяц. Вот. Но у нее тут были психотравмы детства. Целый ряд там. Ей не нравилась прическа, которую ей там навязывали. Также у нее были там сомнения, когда она делала первые шаги. Еще тут ряд было всяких интересных вещей. Соответственно, мы нашли корень. То самое первое, знаете, как вот, представьте, вы зашли в лес, а там гигантских размеров дуб. Даже если вы его распилите, еще не каждый там белас его увезет. В нем могут быть там десятки-десятки тонн вот этой древесной массы. А вырос он из маленького желудя. Вот задача найти вот самую вот ерундовинку, на котором вот это чувство и выросло вот этот дуб. А как я уже говорил, до 5-7 лет события формируют чувство, да, потому что когда ребенок рождается, фактически он там в утробе матери, он же разговаривать еще не умеет, он может базовые два чувства испытывает. Это любовь и страхи какие-то, да. А потом уже, представьте, спектр чувств, которые там и около сотни положительных и отрицательных человек уже испытывает, проживая там, ну, до 5-7 лет уже там под сотню спокойно и положительных, и негативных чувств человек испытывает. И потом, когда устанавливается критический фактор, уже наоборот получается, чувства притягивают события, потому что наши убеждения притягивают доказательства. Так что, меняя фактически вот эти чувства, вынимая их из себя, вы формируете себе другие жизненные обстоятельства, других людей. И, как я уже говорил, да, именно жертвенное состояние притягивает палача, тирана. Поэтому, на этом я этот ролик заканчиваю. Сейчас вот у меня только что вот закончилась еще одна проработка. О ней сейчас тоже чуть-чуть, буквально пару слов расскажу.